Читаем добротолюбие. Познавший истину, не противится скорбным приключениям, ибо знает, что они руководствуют человека к страху Божью. Тяжелые скорби находят за прежде наделанные грехи, принося с собою сродное каждому прегрешению. Знаток дела, познавший истину, исповедуется Богу не воспоминанием о том, что наделано, а терпением того, что постигает его. Преподобный Марк Подвижник.